Всем привет, дорогие мои подписчики. Помните, я вам рассказывала про пчел? А я на самом деле еще вообще даже ничего не делала. Ни подкормку не ставила, ничего. И вот сегодня подошла к ульям к своим. И что? У меня тут прям вот приятно, они меня удивляют. Если видите, видите, и такие у меня как ловушки стоят на ульях сверху. А и в две ловушки уже сегодня так прилично у меня залетают пчелы. А у меня там стоят старые рамочки, и я вообще пока еще ничего не делала. Думала, может быть, там что-то им подложить, какую-нибудь медовую вкусную рамку. Нет, ничего не делала, и видите, что у меня происходит. В общем, буду наблюдать, видите? Так что никаких больших усилий. Вот пчелки. Может быть, даже и прилетят. Ну, по крайней мере, значит, что-то там в рамках. Ну, запах меда или что-нибудь. Старые рамки. Вот. А пчела, она же сразу не может прилететь. Ей сначала нужно прилетает какая-нибудь разведчица. А потом уже прилетают другие пчелки и начинают чистить для себя домик. А потом уже самая основная пчела прилетает с основными пчелами. Большим количеством. Ну вот видите, я же вам говорила, в принципе, к нам летят все. Идут, летят. Вот. И думаю, надо подойти посмотреть. Да, вот сегодня вот прям движуха здесь. Вот такие дела у нас. Будем наблюдать.